Сегодня проходит открытый кубок страны по стендовой стрельбе на стендовом комплексе «Липецкий металлург». Участники соревнуются и в личном засчете, и смешанные пары в формате соревнований будут, и командные соревнования. Очень сильные спортсмены из разных регионов. И все с удовольствием здесь стреляют. Липецкий стенд – один из лучших в стране. Сегодня соревнуются спортсмены в разных возрастах. Юниоры и юниорки, а также уважаемые мужчины-сеньоры и женщины-сеньорки. Мне очень приятно находиться сегодня здесь, наблюдать за спортсменами. И хочется пожелать всем побольше битых тарелочек и успехов на полигоне. Очень напряженная, интересная борьба. Финалы смотреть очень интересно.